Привет, народ! У нас доброе утро. Я пошел ловить окуня. Васильич пока собирается, я вот пытаюсь здесь уже удачу. У нас наши вот кружки плавают. Один, видимо, клюнул. Но клюнул хорошо так, что совсем перевернулся. Вот. Итак, я продолжаю ловить на атом от русской блесны. Буквально с каждого заброса приходит куча окуней прям. Куча окуней за ней бегут. К сожалению, не окунь. Небольшой. Но его тут очень много. И блесна им по вкусу. Вот они идут. Вот они прям. Вон они. Убежали. Так, сейчас мы их еще раз позовем. Да, вот они гонятся. Вот, 4 штуки пришло. Развернулись. Ладно. Вон сколько окуня. Окуня просто тьма. Привет, народ. Ну что, вы уже все посмотрели, как Мишка рыбачил. Я чуть-чуть поспал еще. И теперь делаю утренний бутер. Вот такой у нас теперь получается рабочий стол. Здесь я сижу. Вот такое рабочее место. Можно здесь сейчас что-нибудь порезать, приготовить. Ну, именно сейчас мы будем делать бутерброды. Посмотрим, как сегодня будет клевать, что будет ловиться. Ночью ничего не ловилось, утром фиг его знает. В общем, посмотрим, будет видно. Ну, короче, налепили бутеров. Мишка рыболов. Дикое место, горячий чай, бутеры. Утро. В общем, все, что нужно для счастья. Спасибо Герасиму Васильевичу. У него бутеры получаются... Не знаю, какие-то особенные бутеры у него получаются. Всегда причем. Как мало надо. Всего-то навести пистолет на человека, и он тогда скажет все, что вы ему сказали. В точности до интонаций. Золотые слова. Глина, ребят, здесь вообще лютая. Фиг чем ототрешь, щеткой надо тереть, керхером нафиг. Такой глины и цемент не нужен. Так у них дома из такой глины и есть. Зона начинается в 2 километрах отсюда. Это вот куда можно поехать, получив путевку от
базы на крючке и половить рыбу. Ну, там только на день можно находиться, только днем до 8 вечера, и надо потом уже выезжать из зоны, отметиться надо будет на пограничном пункте. А вот здесь вот, где более-менее общедоступно, вот такой бардак творится. Больше и больше здесь становится. Прилетает утка, вроде живой. Хватай его. Ну, на лайке нормальный опыт стоит. Шумаска. На лайке нормальный опыт. Давай перевезем. Газует, газует. Гоночный окунь стоит, его ни одна щука догнать не может. Вот так, ребят, ничего на кружках нету, не клюет. Волосатые деревья есть. Вот сколько у них волосни. Корни напускали. Вот половодье, ребят. Вот до сюда доходит вода. Представляете? Вот. Руку вытянутую еще. Вот корни эти в воду выходят. Капец. А, ежиков насобирал. Очень, здесь вообще злые колючки. Да, очень, очень колючие ежики, смотрите какие. Впивают, ну, такие черти. Впиваются в кожу даже. Они ж протыкают, как, да, как кожу протыкают. Очень здесь злые такие колючки. У нас репейники, а у них вот такие вот черти рогатые. В плане клёво, не клёво, ребята. Да, пришел. Ну, а Миша едет. Да, он нормально выйдет здесь. Ездили колоть, ни одной щуки. Странность какая-то.
Не, вот здесь верши стоят эти. Ага, там есть рыба? Там вот, ну, вот такие вот чуть-чуть. Щуки. Да, ну видели. А, вы нашли, да, все-таки стоят? Они вот тут везде по берегу. А мы были, вроде я не видел. Везде там одна, две, вот там штуки четыре стоит по тому берегу. Ну, а вы смотрели? И там? Вот здесь пара. Ну, там рыба внутри есть? Там мужик тут приезжает три раза в день, сливает рыбу. Ну, нет, мы окуня вчера на живца поймали. Да. 800 грамм, да. Ну я говорю, она по идее должна быть. Окунь есть, но мелкий. Он прям за блесной до берега прям подходит, да. 5-6 моя надежная фигня. Разжигать костер, пластиковую бутылку. Да? Хоть какая-то польза есть. А? Хоть какая-то польза, говорят, от них есть. Так, ребятки, ну что? А мы будем готовить сейчас рыбку. Рыбку мы будем на гриле готовить. Вот такой у нас с собой всегда гриль. Так. Ну вот и все. Гриль работает. Вот такая у нас рыбка. Это у нас уже соленая. Уже, да, посоленая. Это сазанчик. Да, сазанчик. Сейчас мы его будем готовить. Гриль готов, и можно выкладывать рыбу. Так. Где у нас щипцы? А щипцы у нас вот они. Толстоватые куски, придется немножечко их потомить еще. А, ребят, как шкварчат-то, а? Шкварчат-то, как сазанчики. Ничего, мы еще на базу привезем еды. Это у нас, сазан, а есть еще сом. Сама тоже еще будем готовить. Зараза такой. Сейчас мы в мусорку кинем. Какая красота. Какая красота и объедение. Так, я думаю, готовить на его будет минут 15 аж. Потому что 5 минут вот так открыто будет готовиться. Куски толстые достаточно, поэтому, чтобы хорошо прожариться, надо будет. Она еще, правда, сырая, но ароматы уже идут, да? Да, ароматы уже идут. Может быть, потомить вот именно? А я сейчас сделаю сначала. С одной стороны запечатаю, потом с другой, а потом потоним уже закрою. С одной стороны запечатываем 5 минут. Потом переворачиваем.
запечатываем с другой стороны 5 минут. И уже после этого закрываем крышкой. Как-то так. Да, да. Слишком высокий, непроходимый получается. Да. То есть ты ломишься. Не, ну спокойно. При желании вот эту площадку можно спокойно укатать просто в ровное место. Да. А другая техника, даже я, если бы я захотел на УАЗике проехать, ты бы сюда не доехал на УАЗике для начала. Ну, доехал бы, но с такими. Не, мы там по тому берегу дорогу сделали, по камышам тоже. Да? Да, везде как бы. Так, ну как тут поживают наши сазанчики? Хорошо поживают, хорошо. Это сейчас я попробую. Вкуснота. Обалденно. Вот так вот берем, подтягиваем прямо так вот, чуть-чуть так. И она тогда не пригорает. Если даже пригорает, то видите, все отлипает очень легко. Но чуть-чуть, ребят, я ошибся и не до конца прогрел решетку, поэтому у меня чуть-чуть рыбка пригорела. Это как не прогреть сковороду и начать жарить. То же самое, в принципе. Все, в принципе, уже сейчас будем переворачивать. Прозвенел звоночек, и нам пора переворачивать наших сазанчиков. Вот так вот. Вот так все красиво получается у нас. Так, наши сазаны с другой стороны поджарились. Вкусно пахнет. От костерка дым идет тоже. Ну вот все. Прозвенел таймер. Можно переворачивать еще раз и будем томить, потому что куски достаточно жирные, толстые. Не то, что жирные, а толстые. Ай-яй-яй-яй. Вот пригорел у меня этот кусок. Кто хочет сазана попробовать? Бежи, горячий, мне надо переворачивать. Этот прожарился кусок, да, горячий. Вот и я то же самое говорю. А мне самые поджарочки достались. Да. Да, сегодня солнышко. Ну, вот 5 минуток и все. Ну, пришел Мишка сторожиться за нас своего. Знаете вас? Да-да-да. Он пока еще на месте лежит. На месте еще. Потом мы, ребят, приготовим сама. И что не съедим, привезем на базу, будем угощать. Ну все, звонил звоночек, ребят, и мы достаем наших сазанчиков. Вон какие красавцы, а. Сейчас мы возьмем для них тарелочки. Занято удовольствие. И раздадим страждущему народу. Миша, а сколько здесь вода набираться будет?
Не-не-не, я имею в виду, сколько по времени это набирается? Ну, где-то за месяц наберется. За месяц наберется по воде, да, так подвинется вода? А вот видишь на деревьях? Да, волосы эти, корни, корни. Вот уровень воды. Светлые, видишь? Светлые. А тут видно вот даже вот на острове там деревья есть, которые корни пускают именно. Вон оно, волосатое, да, дерево. Угу. Да, вот там рассадники-то для рыбы, смотри какие. Ну что, господа, налетайте. Мишаня. Я. Нямки. А, второй Мишаня. Да, я что-то забыл это самое. Сказай, надо было хоть рыбный ящик, да. Готово. Готово, да. То есть я имею в виду разламываешь, вот здесь косточки, крови нет, ничего нет. Да. Здорово. Так и мы, понимаешь, мы пользуемся этим уже 2 года, больше 2 лет этим грилем. Надо было пластиковые вилочки. А у нас есть, сейчас дам я вилки. Я просто думал рыбу это самое. Ну, сейчас подостынет чуть-чуть. Горячая, холодная рыба еще вкуснее жарит. В принципе, можно поставить. Я сейчас загружу сама еще. Сейчас мы еще сама загрузим. Все, это счищаем. Все падает вниз. Сейчас я возьму шкребочек. Почистим решетку. И опять ее прогреем. Вот так, решеточку почистили. Все, решетка чугунная. Все от нее очень хорошо отлипается. Все, пусть прогревается хорошо. Тоже минуток. Пусть минуток 10 прогревается. И как раз будет еще прогореть то, что осталось там. Народ, он даже хлеба не хочет. Просто ест рыбу. А, я тоже буду есть рыбу. А, посмотрите, какая красота. Да, обалденно получилось. Очень вкусно. Больно как-то странно посматривают все на мою тарелку. Просто у всех заканчивается, у меня еще есть. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.